Шма Израиль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад. Бат-шалом кулам. Ани самех мео лехиот кан, хайом. О, not Hebrew? No. Okay. I'm very, very happy to be with you today. Я очень рад быть снова с вами сегодня. It's a great, great privilege that I've enjoyed this week to be here. И это очень великая привилегия, которую я имел на этой неделе. I've especially appreciated the students in the MJBI program. Я очень сильно ценю студентов во время MJBI. Those who are so eager to learn the Word of God. Которые были очень устремлены слушать Слово Божье. To be filled with the Spirit of God. И были наполнены Духом Божьим. And to be instruments in the hands of God. И чтобы быть инструментом в руках Божьих. I'm sorry that I'm missing Rabbi Valentin and Tatiana. Я очень мне неудобно, что я пропускаю Валентина и Татьяну. I'm flying out Monday morning, and they're coming in Monday afternoon. Я уезжаю в понедельник утром, а они приезжают после обеда. But we so appreciate the good teaching ministry that he's offered in Zimbabwe. Но мы очень ценим то учение, которое он ведет в Зимбабве. And of course, it's a great thing that so many students now have graduated. From the MJBI program. И очень хорошо, что есть так много студентов, которые заканчивают в этом году программу MJBI. And the hospitality I've enjoyed this week here has just been tremendous. Это гостеприимство, которое я пережил в течение недели, оно очень удивительное. Of course, Valentin and Tatiana were gone, but I was able to stay in their home. Так как Валентин и Татьяна уехали, я был в их доме. And Mama Mila came in Thursday. И мама Миля приехала в четверг. And she took very good care of me, you could be sure. И вы можете просто быть уверены, что она очень хорошо заботилась very обо мне. Care of me, очень yeah. хорошо обо мне заботилась. But not only her, but during the week, the staff was preparing meals for me. Но не только она, потому что работники офиса в течение недели готовили еду для меня. And giving me far too much food. И давали очень много мне еды. But it was wonderful. Но она была прекрасна. And the transport was always punctual. И транспорт всегда он действовал, был, работал. And it was my great privilege to have as one of the MJBI students. И моя привилегия быть среди студентов MJBI. A massage therapist. Тот, кто делал массаж. Александр. Who treated me twice to a good massage. Сделал мне дважды очень хороший массаж. So, it's been a great blessing. Это очень огромное благословение. Аллилуйя. Now and this is the first time I'm in your new building. И теперь это был также первый раз, когда я был в новом здании. И мои поздравления вам, что у вас есть новое здание, новый офис. И я надеюсь, что когда в будущем я вернусь, все будет уже закончено. И вы будете делать еще большее влияние в Одессе для Господа. Аминь. Let's pray together. Давайте помолимся вместе. Father, we look to you in the mighty name of Yeshua. Отец, мы обращаемся к тебе во имя твоего сына Иешуа. We're thankful, Lord, for these moments that we have together. Мы благодарим за это время, которое мы имеем вместе. We pray that as we reflect upon the word of God. Мы просим, чтобы твое слово влияло на нас. That your spirit hover over us. Чтобы твой дух он наполнил нас. That your spirit speak to our minds. Чтобы твой дух говорил к нашим жизням. Speak to our hearts. К нашим сердцам. Be transforming us. Чтобы мы преобразовывали. Making us all the more what you want us to be. Чтобы мы были теми, кем ты хочешь, чтобы мы были. In the likeness and image of Yeshua. В подобии и образ Иешуа. So help us now, Father, as we study your word. И помоги нам, Отец, что мы сейчас изучаем твоего слова во имя Иешуа. Amen. 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 You know, in Messianic Judaism. Знаете, что в мессианском иудаизме? We often face real criticism. Мы получаем такую критику. We face criticism from the Jewish world. Мы получаем критику от еврейского мира. Sometimes also strong opposition even from the Christian world. И даже иногда оппозицию от христианского мира. And it has to do primarily with our affection for the Torah. Но вопрос касательно Торы. In Judaism, в иудаизме, of course, one is not really prescribing to Torah.
то, что недостаточно очень хорошо описано о Торе, и то, что они более называются как талмудическая Тора. That is to say, unless he's reading the Torah through the eyes of the rabbis. То, как они читают Тору глазами раввинов. And his understanding of Torah is through the Mishnah and the Gemara, the Talmud. И их понимание Торы осуществляется через Мишну, Гемару и Талмуд. On the Christian side of the equation. А с христианской точки зрения. We should not be honoring Torah at all. А мы вообще не должны обращать и уважать Тору. Since that is the Old Testament, потому что это Ветхий Завет. And that's something that's close to us, unnecessary for us. Это то, что нам не нужно. Because now we have Yeshua. Потому что у нас сейчас есть Иешуа. We're members of the New Covenant. И мы члены Нового Завета. And we are not under the law. И мы уже не под законом. What about this question? Что мы можем сказать на этот вопрос? What is to be our position? Какая будет наша позиция? Where do we fit in all of this? Где мы находимся в этом всем? Is the Torah an obligation for us as believers? Есть ли ответственность перед Торой у нас как у верующих? Or are we not to consider the Hebrew Bible? Или нам не нужно рассматривать Танах? But only focus upon the Gospels and the Epistles. Но фокусироваться только на Евангелиях и посланиях апостолов. And I'm sure that if you traveled around the congregations, even here in Odessa, и я уверен, что если вы будете ходить в городе Одессе вокруг общины, you would find many criticisms of those who would be faithful to Jewishness and the Jewish way of life. А вы увидите, что будет много критики о тех, кто верит в мессианский иудаизм и еврейский образ жизни. And you would find a lot of criticism from the Jewish world. И вы получите критику от еврейского мира, who says that we are not Torah observant enough, что мы не соблюдаем Тору достаточно хорошо. And of course, there's a very small percentage of Jewish people that actually follow Talmud Torah. И что есть очень небольшое количество евреев, которые соблюдают талмудическую Тору. As most Jewish people are very secularized and not practicing. И многие евреи, которые мирские и нерелигиозные. But what's really important for us? Но то, что очень важно для нас. Is not what the Jewish world thinks. Это не то, что говорит еврейский мир. And it's not what the Christian world thinks. И не то, что думает христианин. Is what does Yeshua think? А это то, что Иешуа думает. What does the master of the universe believe? В то, что Творец Вселенной верит. So I want us to read Matthew chapter 5. Я хочу, чтобы мы прочитали Матфея 5 главу. Verses 17 through 21. С 17 по 20 стих. Бевакаша. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. He said, Al takshivu, shebati levatel et Torah o hanavim. Lo bati levatel ki im lekayem. Do not think that I came to abolish the Torah or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Он сказал, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. And in fact, he calls us to a higher standard than they had ever known before. Иными словами, он призывает к таким высоким стандартам, которые они ранее не слышали. In terms of adherence to the Torah, вы в наследии Торы, was to be so wonderful, so complete, которая настолько удивительна и полноценна, that it would be beyond that of the Pharisees and the Torah scholars. И которая она выше понимания фарисеев и других исследователей. And he said, in fact, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees and Torah scholars. И он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, you'll never enter into the kingdom of heaven. Вы никогда не войдете в Царство Небесное. Now, what does all this mean? Что же это означает? Well, first of all, we need to take a step back and take a look at the whole picture. Для начала нужно сделать шаг назад и увидеть всю картину. First of all, I want to ask you a question. Для начала хочу задать вам вопрос. How old was God when he gave Israel the Torah?
Такой странный вопрос. Сколько было лет Богу, когда Он дал Израилю Тору? How old was God when He gave Israel the Torah? Сколько ему было лет Богу, когда Он дал Израилю Тору? Yes, of course, God is eternal. Да, Бог Он вечен. He never had any age. У него нету возраста. But God always had character, didn't He? У Бога есть всегда характер, не так ли? He has eternal character. У него вечный характер. He has eternal holiness. У него вечная святость. He has eternal righteousness. У него вечная праведность. Now, where is the righteousness of God? А где праведность Божья? Where is the holiness of God? Где святость Божья? It's everywhere God is. Там, где Бог есть. Yes, wherever God is, His holiness is. Где Бог есть, там есть Его святость. Wherever God is, His righteousness is. Где Бог есть, там есть Его праведность. And God is everywhere. А Бог Он везде. Now, when we say that God is everywhere, а когда мы говорим, что Бог Он везде, what is everywhere? Что такое везде? You know, the scientists tell us, а ученые нам говорят, that where we live, that is not only in the solar system, but in the Milky Way, то, что мы живем не только в Солнечной системе, но и в Млечном пути. There are a billion stars in our galaxy. И есть миллиард звезд в нашей галактике. And scientists tell us that there are 1 billion galaxies. И также ученые говорят, что есть миллиард галактик. Now you can do the mathematics. А вы можете посчитать. There's 1 billion stars per galaxy. Есть миллиард звезд в галактике. And there's 1 billion galaxies. И есть миллиард галактик. How many stars is that? Сколько там звезд? And yet God is the sovereign master of every galaxy. И Он такой независимый творец каждой галактики. Lord, not only the Earth or the solar system, но не только Господь вы на Земле и в Солнечной системе. He's the master of the Milky Way. Он Господь Млечного Пути. He's the master of every galaxy. Он Господь в каждой галактике. In fact, He says, the scripture says, и то, что говорит Писание, that He calls every one of those stars by name. Что Он назвал каждую звезду по имени. He is the sovereign master of every galaxy. Он независимый творец каждой галактики. And wherever He is, и где Он есть, His law is applied. Его закон применяется там. Wherever He lives, где бы он ни wherever жил, He is, где он существует, His righteousness reigns. Его праведность она существует там. Wherever He is, где он есть, His holiness is paramount. Его святость она существенна там. And so here when we observe the intergalactic reign of God, когда мы рассматриваем такую вселенную царствование Божье, the one who is holy and righteous, который свят и праведен, who has principle that he abides by, у которого есть принципы, которые он применяет, and principle that he expects the whole universe to comply with, и который ожидает, что вся вселенная будет исполнять эти принципы, he is the sovereign Lord of all. Он независимый Господь всего. Now, when Israel came out of Egypt, а когда Израиль вышел из Египта, Egypt had been home for Israel for 4 centuries longer. Египет был домом для Израиля в течение 4 веков. The people had been slaves in Israel. А Израиль был рабами в Египте. And as a slave people, и как рабский народ, remember there was no Torah for them. И помните, что у них не было Торы. There was no self-government for them. Для них не было такого такой власти. There was no commercial laws that they were employing as a people. Не было таких законов торговых, которые применяли они. But this was a slave people. Но это был рабский народ. God was liberating. Бог их вывел, освободил. And going to bring out not only into the wilderness. И не только вывел их в пустыню. Where they would live for 40 years. Где они жили 40 лет. But carry them into the promised land. Но ввел их в обетованную землю. And once in the promised land. И что в обетованной земле? They would need guidelines, instructions how to live. Им нужны были наставления, как жить. How they were to move and have their being. Как им вести их жизнь. They needed to have laws regarding health codes. Им нужно было законы, как
которым быть послушны. Laws regarding marriage. Законы касательно брака. Laws regarding hygiene. Законы касательно торговли. Food laws to protect their health. Законы касательно еды, чтобы защищать здоровье. They would be setting up real estate boundaries. Они, чтобы устанавливать границы между коленами. They would have to contend with enemies. Чтобы знать, как противостоять врагам. How are they to build an army? Как им построить свою армию? How are they to foster patriotism? Как они будут поднимать любовь к народу? All, и самое важное, как они будут поклоняться Богу? So nation, и чтобы этот народ стал народом, to sustain itself as a nation. Но не просто быть, но существовать как народ. To be able to carry on generation after generation. Чтобы производились поколения за поколением. Century after century. Век за веком. God gives Israel the Torah. Бог дал Израилю Тору. Which is the constitution and bylaws for the Jewish state. Это как конституция и устав для еврейского государства. And he tells the people that if you abide by the laws of my Torah, и он сказал народу, что вы будете послушны Торе, you will survive generation after generation as a people. И вы тогда будете выживать поколение за поколением как народ. You will perpetuate yourself century after century as a people and nation. Вы будете готовить себя век за веком как народ. But you need to comply with my law, with my legal code. Но вы должны принять мой закон. To survive as a people group. Чтобы выжить как народ. Now, the rabbis tell us. А раввины говорят нам. That there are 613 laws in the Torah. Что есть 613 заповедей в Торе. There are 365 laws that are negative. Есть 365 заповедей, которые негативны. Thou shalt not. Что не нужно, запрещающее. And there's 248 laws that are positive. И 264, которые позитивны. You shall. Ты должен. And so these together make some 613 laws. И они делают вместе 613 заповедей. The laws, of course, were given to Israel to give them some idea as to what God is like. И Тора, которая была дана Израилю, она показывала идею, на что был похож Господь. Some concept of what His holiness is like. Некое понимание о Его святости. A glimpse of His righteousness. Некий такой отпечаток Его праведности. But the Torah was but like a digital photo. А Тора это как такая фотография, цифровая фотография. Now yesterday Pavel and I went for a walk. И вчера вечером мы прошлись прогуляться. And we went down to the port where I had come in 1991. И мы были возле порта, в котором он был в 91 году. And he took a digital photo of me on his cell phone. И я взял фотографию на фотоаппарат. And thank you for sending that to me. I appreciate it. And but this photo и эта фотография gives an image of me, дает образ меня, and gives an image of the port, и дает образ или порта, and includes some trees and other things there, где также есть двери, деревья и другие вещи. But it's only a small expression of Odessa. Но это такое маленькое отображение Одессы. It just gives a little understanding of what Odessa is like. Такое маленькое понимание, на что похожа Одесса. Not much. Немного. It's a little bit. Чуть-чуть. It shows trees and sidewalks. Есть деревья и лестница. The water. Вода. And the hotel that doesn't have any people in it. И отель, в котором нет людей. Yeah, this is a little bit of what Odessa is like. Это на то, что похоже немного Одесса. But it doesn't tell the whole story. Но она не рассказывает фотография всю историю. When God gives the Torah to А когда Бог давал Тору Израилю, 613 laws, 613 заповедей, this is just a digital photo. Это как цифровая фотография. This is just a little glimpse of His holiness. Это такой отпечаток Его святости, of His righteousness. Его праведности. What are they able to comprehend? Чтобы они это поняли. These are slave people. Они же были рабским народом. They've just come out of Egypt into the promised land. Они только вышли из Египта в обетованную землю. God is going to give them what they're able to comprehend. А Бог дал им то, что они могли осознать. God is going to give them enough to where they are able to function as a nation. Бог давал им то, что достаточно, чтобы они могли функционировать как народ. A constitution and bylaws that will help them to
perpetuate themselves. Закон и устав, который мог их помочь приготовиться. But it's not the whole story of God's law. Но это не вся история Божьего закона. It's not the whole picture of God's righteousness. Это не вся картина Божьей праведности. Oh, there is so much more to God's law. Есть очень еще больше о Божьем законе. There is so much more to His holiness. Еще больше мы можем сказать о Его святости. There is so much more to His righteousness. О Его праведности. That can possibly be crammed into the pages of Torah. Которые могли бы находиться на страницах Торы. But the people were responsible, nevertheless, to study it and to know the Torah. Но люди, евреи, были ответственны, чтобы продолжать изучать и не оставлять Тору. Because it gave a little glimpse as to what God is like. Потому что Тора давала им маленький отпечаток, на что был похож Господь. But it could not convey the wholeness of all that God is. Но не показывало, на что был похож Бог в полностью. So this is what God tells the children of Israel in Joshua. И вот что говорит Бог Израилю в Иисусе Навине. And so I'd like you to read Joshua 1 verses 7 through 9. И мы прочитаем Иисуса Навина первую главу 7 по 9 стих. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот, я повелеваю тебе быть тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. This is a difficult podium. Sorry. It's important to realize that God calls upon Israel. Очень важно понимать, что Бог призвал Израиль. To study the Torah. Изучать Тору. To meditate on the Torah. Размышлять над ней. To practice it. Применять ее. To make it a part of their everyday reality. Сделать ее частью ежедневной жизни. And as they would do this, they would succeed as a nation. И когда они будут это делать, они будут существовать как народ. But it's very important to realize that in the whole of the Torah. Но очень важно понимать, что вся Тора. Genesis through Deuteronomy. От Бытия до Второзакония. There is no discussion in the Torah regarding personal salvation. И нет там тем касательно вечного или личного спасения. There is discussion of national salvation. И есть там разговоры о национальном спасении. But not personal salvation. Но не личном спасении. There's no discussion, for example, regarding heaven or hell. И нет тем касательно небес и ада. Or being coming to believe in God and finding salvation. Или прийти к Богу и найти в нем спасение. There's nothing about being born again. И нет вопросов касательно рождения свыше. There's nothing about being filled with the Ruach HaKodesh, the Spirit of God. И нет ничего касательно исполнением Духа Святого, Руха Кодыш. There's nothing about the gifts of the Spirit. И нет ничего касательно даров Духа. These are all things that will only be revealed in God's time later. И это все было позже открыто в Божье время. All these things are true, все это истина, but they only happen at a later time. Но они произошли в позднее время. There is no discussion of personal salvation in the whole of Torah. И нет описания личного спасения во всей Торе. Which explains why in Galatia. И вот почему, что объясняет, почему в Галатии, when Jewish believers were trying to impose Torah upon Gentiles, когда евреи хотели применить Тору к неевреям, saying that you have to keep our Jewish traditions, keep our Jewish laws in order to be saved, говоря, чтобы они соблюдали еврейскую традицию, чтобы быть спасенными, Paul's basic argument was, Павел был с этим не согласен. The Torah doesn't deal with salvation. Потому что Тора, она не касается спасения. The Torah never saved one Jew. Тора никогда не спасла даже одного еврея. Why do you think the Torah is going to save Gentiles? Почему тогда Тора должна спасать неевреев? The Torah is not related to salvation per se, other than for the nation. Тора не касается спасения людей. And so. This is what John tells us in John 1:17. И вот что говорит нам Иоанн в 1:17. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, Ишуа Мессию.
And Romans 8:2. И Римлянам 8:2. Потому что закон Духа жизни в Иешуа Мессии освободил меня от закона греха и смерти. So here, итак, здесь Иешуа comes. Иешуа пришел. He comes into the Jewish world. Он пришел в, к евреям. And he is announcing something that is far grander than anything they've ever known. И он провозгласил то, что они никогда не слышали. He's coming into the world to bring the complete righteousness of God. Он пришел в мир, чтобы принести полную праведность Божью. He's coming in to fully manifest in his own person the holiness of God. Он пришел, чтобы провозгласить себя, святость Божью. He's coming to make it possible for the people of God to understand the heart of God. Он сделал возможным для народа Божьего, чтобы они понимали сердце Божье. And so he says to Israel, и он был послан Израилю. Don't think that I've come to destroy the Torah. И он говорит Израилю: не думайте, что я пришел разрушить Тору. Don't think that I've come to destroy the prophets. Не думайте, что я пришел разрушить пророков. I've not come to destroy. Я не пришел, чтобы разрушить. But to bring them to fulfillment. Но чтобы их исполнить. So Yeshua says, I did not come to destroy the digital photo. Иными словами, Иешуа говорит: я не пришел разрушить эту цифровую фотографию. I did not come to dismantle the 613 laws. Я не пришел, чтобы разрушить этих 613 заповедей. I don't have a negative attitude towards the Torah. Я не отношусь негативно к Торе. But I'm here to bring the Torah and the understanding of God's righteousness. Но я пришел, чтобы принести понимание Торы и Божьей праведности. To the richest expression. Чтобы было такое богатое выражение. And so he says, I've come to fulfill. Иными словами, он говорит, что я пришел, чтобы исполнить. That is, I've come to manifest the epitome of the Torah. Чтобы я пришел провозгласить смысл Торы. The grandest objective of Torah. То, на что она смотрит, на что она указывает. And so this was his purpose in coming and speaking to this issue. И это то, что говорит об этом этот вопрос. And so he says, in fact, и он говорит, that the Torah was limited. Он говорит, что Тора была ограничена. The Torah had an important role to play. У него есть, у Торы есть важная роль, которую она and занимает. The Torah is inspired by the Holy Spirit. И Тора, она вдохновлена Духом Святым. The Torah is forever the Word of God. И Тора — это вечное Слово Божье. It's a message from God that should always be understood. Это послание, Слово Божье, которое послано Богом, чтобы всегда оно осознавалось, которое нужно изучать, it should be meditated upon, над которым нужно размышлять, and it should be lived out. Которое должно быть рядом. But remember, this is just the first step of God's revelation. Но это, запомните, что это первый шаг Божьего откровения. God has a grander reality, which he's going to show you. У него есть большая реальность, которую он хочет показать вам. And you're going to discover that God just doesn't have 613 laws. И вам нужно понять, что у Бога нет только 613 заповедей. He has millions of laws. У него миллионы заповедей. Millions of laws. Миллионы заповедей. Laws for every situation. Законы, заповеди для в каждой ситуации. He has a law for everything we think about. У него есть закон для обо всем, что мы думаем. Все, что мы делаем. Everything we say. Все, что мы говорим. God has laws for all these things. У Бога есть законы для всего этого. And that the law is to be understood far beyond what the Pharisees and Torah scholars could comprehend. И это закон, который понимался выше, нежели фарисеи и книжники. It wasn't limited to the snapshot. Она не была ограничена вот этим кратким таким снимком. Or the little photo. Или маленькой фотографией. But it was the graphic display of the wondrous righteousness of God. Но она была описана таким графическим изображением Божьей праведности. And so the Torah provided an understanding of the righteousness of God on this level. И Тора, она показывает Божью праведность на этом уровне. And there was like a covering on it. You know, which brought it up to a certain point. И есть следующее такое покрытие, которое приводит нас к следующему шагу. We can understand a lot about God by studying the Torah. Мы могли бы изучить очень много о Боге, изучая Тору. It is an important instrument of revelation of God, the Torah. Это очень важный инструмент откровения Божьего. But it only takes us so high.
Но Он не берет нас вот так высоко. Like и как бы есть такое покрытие над Торой. Now, и когда Иешуа пришел, said, to Torah, Он не говорит, что я пришел разрушить Тору, но привести его вот это выражение, исполнение. And Yeshua, и через Иешуа, sacrifice, через Его жертву, and and Его смерть и воскресение, breaks through the glass barrier. Он разрушил этот барьер. And we are able to ascend beyond the limits of Torah. И мы можем выйти за эти ограничения Торы. Now we are able to fly intergalactically in the righteousness of God. И теперь мы можем как бы летать во вселенной в праведности Божьей. We've gone far beyond what the Pharisees could ever understand. И мы пойдем намного дальше то, что понимали фарисеи. Far beyond what the Torah scholars could comprehend. Намного дальше, что понимали книжники. But now, as we have become believers, но теперь, когда мы стали верующими, we are no longer under the law, мы теперь не под законом, that is the limitations of the glass ceiling, которые имеют это ограничение, чтобы our смотреть. Our understanding is not limited. И наше понимание, оно уже не ограничено. Our practices are not limited. Наши дела, они не ограничены. We're not limited to 613 laws. Мы не ограничены 613 заповедями. But we've broken through the glass ceiling. Мы прошли через это перекрытие. Into the intergalactic righteousness of God. В эту вселенную праведность Божью. Which reigns in every galaxy. Которая наполняет каждую галактику. And we are now soaring in Him. И теперь мы находимся в Нем. Мы найдены в Нем. We're fully associated with His righteousness. Мы полностью ассоциируемся с Его праведностью. And even when we become believers, и даже тогда, когда мы стали верующими, the moment we become believers, the moment, тот момент, когда мы стали верующими, the Spirit of God declares us righteous in the eyes of God. Дух Божий, Он провозгласил нас праведными в глазах Божьих. And the Spirit of God begins working in our lives. И Дух Божий начал работать в наших жизнях. Transforming us, changing us. Меняя нас и преобразовывая. Making us more and more like Yeshua. Делая нас все более и более подобным на Иешуа. Who is the righteousness of God? Тот, кто праведен Божий. Who fully manifests the righteousness of God? Который полный провозглашение Бога. If you've seen Yeshua's righteousness, вы видите праведность Иешуа. You've seen God's righteousness. И вы видите Божью праведность. The righteousness of God which prevails everywhere throughout the whole universe. И Божья праведность, она наполняет всю вселенную. So we are not limited to Torah. И мы не ограничены Торой. We love Torah. Мы любим Тору. We have an apostolic attitude towards Torah. У нас есть такой апостольский взгляд на Тору. Did Paul have a negative attitude towards the Torah? А был ли у Павла негативный взгляд и позиция к Торе? Did he say ever that the Torah was bad? Говорил ли он когда-то, что Тора она плохая? Or that people shouldn't read the Torah? Или что люди не должны читать Тору или изучать ее? Did he say that it had lost its anointing? Говорит ли он, что есть что-то раздражительное и ненужное в этой? That it was no longer part of the revelation of God? Что там нет откровения Божьего? No, he never said that at all. Он не говорил этого вообще. What he said was, то, что он сказал, он сказал, что Тора никогда не давала личного спасения. It never saved one Jew. Она никогда не спасла одного еврея. It can't save any Gentiles. И не может спасать неевреев. But he had a very good attitude towards Torah. У него было очень хорошее отношение к Торе. It's part of the revelation of God. Потому что это часть Божьего откровения. Now, as believers, we make much ado. И мы, как верующие, многое делаем. About following apostolic teaching. Многое знаем о апостольском учении. Apostolic doctrine. О апостольских доктринах. Now, what kind of apostolic teaching and doctrine did the apostles have? Какие учения и доктрины имели апостолы? What kind of Bible did they depend on? На какую Библию они основывались? When the apostles were exercising their apostolic ministry, когда апостолы они исполняли свое служение, the Gospels had not yet been written. Евангелия они еще не были записаны. The epistles had not yet been written. И послания еще не были написаны. The book of Revelation wouldn't be written until the end of the first century. А книга Откровения была написана в конце первого века. Were they without any Bible? Были они ли без Библии? Did apostolic doctrine not depend upon the Bible?
апостольское учение, оно не основывается на Библии. Of course it depended upon the Bible. Да, оно основывается на Библии. Which Bible? На какой Библии? The Hebrew Bible. На Танахе, на еврейской Библии. From Torah to Malachi. От Торы до Малахии. The apostles are embracing the whole of the Hebrew Bible. Апостолы, они применяли всю, весь Танах. And they are basing their apostolic teaching not only upon the revelation that comes in Yeshua. И они основывали свое учение не только на откровении о Иешуа. But in the Hebrew Bible, which obviously taught about His coming. А на Танахе, который говорил о Его пришествии. And when the people in the Book of Acts, for example, in the various congregations. И когда люди в книге Деяний, например, в разных общинах. Congregations where the apostles are teaching or pastoring. Где апостолы учили или вели пасторское служение. Tell me what Bible were they studying? Скажите мне, какую Библию они там изучали? They were studying the Hebrew Bible. Они изучали там Танах. They were studying what we call the Old Testament. То, что мы называем Ветхим Заветом. That was the Bible they had. Это та Библия, которая у них была. And so, why should we have a negative attitude towards the Hebrew Bible? Поэтому почему у нас должна быть негативная позиция о Ветхом Завете? That's consistent with apostolic teaching. Это соответствует апостольскому учению. And our Christian friends who would suggest that we're doing wrong. И наши христианские друзья, которые думают, что мы поступаем неправильно. And we should not read the Torah. И нам не нужно читать Тору. We should not study the Torah. Нам не нужно изучать. Meditate on it. Размышлять над ней. Are telling us the wrong thing. Или они говорят, что мы делаем неправильно. Because that is not consistent with apostolic teaching. Потому что это не соответствует апостольскому учению. Apostolic teaching will study Torah. А апостольское учение, оно изучало Тору. And the rabbis, of course, in Judaism. И естественно, раввины в иудаизме. Will fault us completely. Полностью следовали. No matter what we do. Неважно, что мы делаем. Because we embrace Yeshua. Потому что мы приняли Иешуа. But now, what is the difference then? И тогда в чем разница? Between messianic Judaism. Между мессианским иудаизмом. And well, the difference between messianic Judaism and Christianity. И христианством. Is simply that we have a continuing favorable attitude towards the Hebrew Bible. Это то, что у нас есть такой разный взгляд на Танах. What is the difference between Judaism and Messianic Judaism? А в чем разница между иудаизмом и мессианским иудаизмом? In Judaism, it is expected that the people will follow the rabbis' teachings. В иудаизме ожидается, что люди будут следовать учениям раввинов. They will understand the Torah through the eyes of the Mishnah and the Gemara. Что они будут понимать Тору с глазами Мишны и Гемары. And recognize the rabbinic authority to control the people. И будут применять власть раввинов, чтобы управлять людьми. Now, I have a little problem taking instruction from the rabbis. У меня есть небольшая проблема, чтобы применять наставления раввинов. I mean, how am I or any of us, например, каждый из нас, going to receive enlightenment? Чтобы получить такое просветление. How are we going to be illumined? Как мы будем просветлены? By the people who missed the brightest light that ever shined. Теми людьми, которые пропустили самый яркий свет, который был. If they missed the brightest light that ever shined. Если они пропустили самый яркий свет, который был. How can they be instructing us? Как они могут наставлять нас? Who should we be looking to understand the scriptures? На кого мы должны смотреть, чтобы понимать Писание? Not only when we study the Gospels and the Epistles. Не только тогда, когда мы изучаем Евангелие и послания. And the Apocalypse. И книгу Откровения. But when we study the Torah. Но тогда, когда мы изучаем Тору. And when we study the Prophets. Когда мы изучаем пророков. Who is our teacher? Кто наш учитель? Yeshua said. Иешуа говорит. I am going up to heaven. Я иду на небеса. And I'm going to send to you the Ruach HaKodesh. И я пошлю вам Дух Святой. And the Holy Spirit will teach you all things. И Дух Святой наставит вас всему. Who is the one who instructs us now in the whole counsel of God's word? Кто будет нас наставлять и утешать Его словом? It's the Ruach HaKodesh. Это Дух Святой. The same one who inspired the original Torah. Это тот, кто же также вдохновил Тору. He knows how to take the Torah and make it applicable to our lives. И он хочет взять Тору и сделать ее применяемой к нашей жизни. He knows how to take the Torah and take the whole Bible and help us to implement it in our lives. Он хочет взять всю Библию, чтобы мы применяли ее в наших жизнях. So the glass ceiling.
И вот это покрытие, that had us under the Torah, которое есть над Торой, limited to 613 laws, которое ограничено 613 limited revelation, которое ограничено откровением. Yeshua now has broken through the glass ceiling, и Иешуа, он разрушил это покрытие, and enabled us to ascend into the grander righteousness of God, и позволил нам пройти в Божью праведность, the full revelation of His character, которая полна его откровением о его характере, manifestation of His glory and holiness. И это полное провозглашение Его святости и славы. And now we are able to fly, we're able to soar because of the Holy Spirit. И теперь мы можем в этом как бы находиться по причине вот Духа Святого. So I just want to say, я просто хочу сказать, in conclusion, сделая вывод, we have a great heritage. У нас есть такое великое наследие. The Torah is our heritage. Тора — это наше наследие. The Nevi'im is our heritage. Навиим, пророки — это наше наследие. Yeshua didn't come to destroy Torah or Nevi'im. Иешуа не пришел, чтобы разрушить Тору и пророков. He didn't come to destroy the Ketuvim. Он не пришел, чтобы разрушить Ketuvim, Писание. He came, of course, in the Gospels. Он пришел согласно Евангелию. Fuller demonstrated in the epistles. То и то, что описано в посланиях. Comes again in the Apocalypse. И опять же пришел в Откровении. But the whole of the Bible revolves around Yeshua. И вся Библия она вокруг Иешуа. And the Holy Spirit wants to lift up Yeshua through the whole of the Bible. И Дух Святой хочет прославить, приподнять Иешуа во всей Библии. And as we study the Word of God. И когда мы изучаем Божье слово. As much as we study the Gospels or the Epistles. И так же, как мы изучаем Евангелие и послания. We should be studying the other two-thirds of the Bible. И мы также должны изучать две трети Библии, Танаха. And let the Spirit of God. И пускай Дух Святой. The Spirit of God who hovered over the face of the deep. Который он над глубинами. And brought order out of chaos. И который заботится о нас. Let that Holy Spirit speak to us. Пускай этот Дух Святой говорит к нам. And guide us into all truth. И ведет нас и направляет к истине. Amen. Amen. God bless you. Пускай It's Бог благословит вас. To be with you today. Очень огромная привилегия And быть с вами. Bless you. Благословение. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.